Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня необычное видео. Наболело. Мои подписчики знают, что я очень редко снимаю такие видео. Очень редко. Когда уже просто, знаете, невозможно смотреть ни новости, ни видео. Когда просто вот сижу и реву. Потому что мне жалко людей. Я человек пожилой. Как говорится, жизнь прожила. И я очень переживаю за всех. Причем, вот как вам сказать-то, я не встаю ни на одну сторону этого конфликта, но мне просто жалко людей. Вот, а речь пойдет о Нагорном Карабахе. Уже столько времени тянется этот конфликт, уже столько лет, 30 лет уже вот это вот тянется. И вот опять очередная война. Так хочется сказать, что ж вы, люди, делаете, а? Нагорный Карабах – это чудесный край, ну, необыкновенной красоты. Я там была в 86-м году, еще в советские времена, до вот этих всех конфликтов. И у меня там были друзья. Тогда две молодых семьи. Армянская семья и азербайджанская. Мы познакомились в Московской области. Они учились у нас тогда. Вот. Потом поженились. И вот я к ним ездила в гости. Как они дружно жили. У них были маленькие дети в то время. Они ходили друг к другу в гости. Ну, прям вот дружбу водили семьями. Все было очень хорошо. Ну, а потом началось. Бомбежки, стрельба. Это вот 91-й или 92-й. Нет, началось-то, по-моему, еще с конца 80-х. Вот. А тут прям вот уже пошла война. Прям война. Убийство, горе. Я понимаю, что все это политика. Я ненавижу политику и политиков. Ненавижу. Я их презираю. Не зря говорят, что они хуже проституток. Проститутки торгуют своим телом, а эти торгуют целыми народами, целыми странами. И вот с самого начала я слежу вот за этим конфликтом. Да что там конфликтом? Говорят, конфликт, какой-то конфликт, когда каждый день убивают людей. И вообще, немного ли у нас войн среди вот бывших республик Советского Союза? И Карабах, и Абхазия с Грузией, и Донецк, Луганск, все это. Немного ли? Кстати, своих друзей я так и потеряла, потому что когда все это началось, они и те, и другие уехали с Карабаха. А что остается людям, которые там остались, простым людям? Прятаться по подвалам и закрывать своими телами детей и внуков? Вот сейчас расскажу вам одну историю.
которую я случайно коснулась, она у меня до сих пор в голове. 6 лет назад, когда я переехала в Крым, жила в Севастополе. Ну и поехала, в магазин мне надо было. Но это было не прям утро. То есть все уже, кому нужно, уехали на работу. Не знаю, часов 10, наверное. Вот. И на 5-м километре в Севастополе села в маршрутное такси. Дело было осенью 2014 года. Вот. И в маршрутке сидело несколько, ну, буквально 3-4, наверное, таких же, как я, примерно. За 50 женщин. Вот. А я сидела на переднем сиденье и смотрю, а водитель плачет. И мне чего-то, во-первых, его жалко стало. А, ну, парню лет 35, наверное. Ну, может, чуть побольше. Вот. И я к нему это... Ну, подошла сзади-то и говорю: молодой человек, вам что, плохо? Может, врача вызвать или чего? Ой, нет, до сих пор. А он просто остановился у обочины и заревел. Я говорю: что случилось? Там другие женщины тоже подошли. Молодой человек, чего, что такое, что такое? Вот, он говорит: я из Донецка сюда приехал, в Крым. Ну вот, устроился на работу, снял жилье. У меня там друзья, семья. Ну, это он все так рассказывал, ревел. Мы уже все ревели, всей маршруткой. И он говорит, уговорил семью эту приехать в Крым. В общем, они на машине, муж с женой, двое детей, собрали пожитки свои. Они жили где-то там в районе в каком-то, который бомбили постоянно. Вот, и они поехали, ну, в сторону границы. Ну, он говорит, я звоню-звоню ночью, звоню-звоню, трубку не берут. Говорит, я уже весь перенервничал там. Чего они не звонят, не откликаются. Вот. Утром пошел вот на работу, и вот ему позвонили. Оттуда сказали, что в их машину попал снаряд, бомба, я не знаю, что. Вот так вот. Хотел как лучше, а получилось. Я вот 6 лет вот прошло, у меня это в глазах стоит. Как он ревел, как его трясло. Так жалко людей, так жалко детей. Поэтому... Я к чему все это говорю? Но есть же здравомыслящие люди и с одной стороны, и с другой стороны. Ну, надо же как-то договориться по-хорошему. Нужно все это прекратить. Ну, нужно, понимаете вы? Нужно. Ну, нельзя так. Я не знаю, как. Как это сделать. Я просто мать. И бабушка 5 внуков. Но почему-то я-то головой это понимаю, что это нужно прекратить. Почему другие люди не понимают, у которых есть какие-то рычаги власти, у которых есть такие возможности. Пожалейте людей.
У каждого ведь из нас одна жизнь. А надежда на политиков? Им на нас наплевать. Чем больше нас уничтожат, тем лучше. В общем, я вот обращаюсь как раз к тем здравомыслящим людям. Помогите это все прекратить. Хватит уже. Хватит убивать людей. Ну, в общем, все, что я хотела сказать. Ну, не все, конечно, это все у меня вот так вот. Но спасибо всем за внимание. Я думаю, что это не только мое мнение. Я думаю, что многие люди так считают. Спасибо всем большое.